еще одна футболочка улетает. В общем, сегодня пойдем продавать вот эту вот футболочку мою, во-первых. Во-вторых, сегодня мы еще пойдем в музей с тобой и будем, так сказать, улучшать свои знания в плане науки, а конкретно это космонавтика. С днем космонавтики тебя, кстати, дружище. Сегодня еще вишка, погода на улице, поэтому оденься потеплее, а то, не дай бог, еще заболеешь. Так что собираемся и летим в этот любимый твой подъезд. Вчера что-то сидел такой, сижу вообще никакущий, потому что я делал работу парнишке, ну как раз таки футболочку, часа 3-4. А в итоге оказалось так, что, ну, я сделал все не очень-то и хорошо, мог гораздо лучше. В итоге теперь пришлось, ну, приходилось переделывать. Вот, но я такой подумал, блин, ладно, сегодня начну это делать. Хоп, пишет еще один парнишка такой, мол, Сань, у тебя есть футболка черная? Я такой, да, есть. Он говорит, завтра приноси, я куплю. Я просто хоп, ее туда закинул, она там под белой. Потом еще сегодня Коляну на Умову будем отдавать тоже футболочку, он меня заказывал. Ему все понравилось, так что сегодня в 6:30 где-то мы с ним договорились или в 7 встретиться. Так, хоп, футболочка улетает. Сейчас разменяю. Мне больше нужна футболка. Короче, он сказал, что ему прошла информация, что я торгую палью. Да. Как ты на это отреагируешь, дружище? Я ему говорю. Я плохо отреагировал. Алматы сила, зло. Девчонок. Девчонки! Нет, девчонок. Еще вот у всех есть девчонки, да? Че ты лыбу давишь? Все девчонкам махают ручками, а я... На самом деле, Саня их просто не замечал. Там Саня их, просто там лох. Их были толпы. Нет, Саня не лох. Саня просто, не знаю, а он очень хороший человек. Саня на... Топай, мужик. Ломаем? Короче, он сказал, что вот эта вот шляпа придумана укропами. Кого из 70 нужно будет идти продавать футболочку? Сек? А. Ручку вниз. Сейчас посмотрим, что будет. Так посмотрели, как будто я у них там что-то воровать собирался. Таким прям взглядом хотел поговорить. Так это о том, вот мне вчера написал мой кореш, Серега, говорит по поводу эмоций, то, что вот я в том видео очень сильно был растроган и еле сдерживался. На 6-й минуте вроде все эта движуха началась. Мне, знаешь, в последнее время делать как-то добрые дела на камеру, это показывать настоящие эмоции, крайне тяжело, потому что для меня это, знаешь, как уже считают, зашкварно, что ли. Никто, мне кажется, не верит в эти эмоции. И все думают, что это все наиграно и все в таком духе. Мне правда даже, знаешь, как-то не по себе там что-то там искреннее говорить на камеру и что-то хорошее делать, потому что у меня уже, знаешь, все такое мнение сложилось, что все, что делается на ютубе доброе, это наиграно. И вот я уже, знаешь, сам себя перебороть не могу, но запомни одно, что я просто так ничего не делаю, и все это идет от души, от моего сердца. С тобой развиваемся и не стоим на месте. Благодаря моему знакомому Санку сделали стикеры. Сейчас пойдем их заберем, оплатим. И сейчас еще вечером поедем, продадим нашу футболочку. Там еще написал человечек тоже по поводу нее, так что работаем. Значит, завтра футбол у нас плюс завоз. Такие вот нам стикеры с тобой пришли. Теперь будешь получать у меня стикерочки. Знаешь, насчет чего я бы хотел с тобой поговорить, что меня очень сильно расстраивает. Так это то, что в людях пропало вот это вот качество просто быть человеком. Я шел по улице, я просто видел, просто мужик шел, курил сигарету. Там мусорки буквально было 3-4 метра. И вместо мусорки он выкинул ее просто куда-то в бок на землю. Почему? Зачем? И я хожу по улицам, я вижу сотни мусора. Я хожу в лесу, я вижу тонны, просто миллион мусора. Я не понимаю, насколько просто в людях... Почему? Почему человек не может являться человеком не только по самому названию, но и по качествам, по реальным качествам?
Я надеюсь, дружище, ты у меня человек-то разумный, вот, homo sapiens, и ты не делаешь такое. Вот я не понимаю такого отношения. Сейчас уже начинается весна, и в роще начинает подтаял уже снег, и как только все высохнет, я буду организовывать встречи, где мы будем ходить и убирать мусор, так что если уж у тебя есть желание, если ты хочешь сделать так, чтобы не только ты, я прожил эту жизнь на этой земле спокойно, но чтобы еще и твои дети жили, и у них не было такого, что они перебивались просто от глотка воды, я думаю, ты меня услышал. Так что, если есть желание, напиши в комментариях, либо там мне в личку, и с тобой уже встретимся и решим. Потому что, правда, дружище, так жить нельзя. Сейчас с ручником летим в центр продавать футболочку, вот, так что бежим. Питер, хорошо, раз. Вот, по поводу футболочки, если что нужно будет подлатать, пишешь. И, кстати, по размеру, если как не сядет, допустим, в плечах будет большая, напиши мне, а мы ее подделаем. Нормально, да, супер. Оп, еще одна футболочка улетает. Футболочку Колян доволен, и я тоже доволен, собственно. Пускай носит на здоровье. Стикеросик тоже вручили. Сейчас едем домой, дальше занимаемся своими делами. Покажи, покажи, блядь. Пошел. Короче, ремень All Fight, 40 тысяч гривен. Взял у младшего брата. Тапки Vans Collaboration Russian Federation, 30 тысяч рублей. Дальше. Так, носки какие? Наши носки, охуеть. ЗОЖ. С собой нашел. Да, 30 тысяч гривен от самого Луи Армани. Дальше. Ральф Тора, коллаборация Саня шил. Вранье, вранье. Все, все вещи в группе съет Саня. Да. Он пиздобол, он срезает дырки в сэшках и перешивает Наполеона из смешных. Это шляпа. Полоздейлы классные, мне вообще прям залить. Я так не взял, а взял. Почему? Потому что, вот потому что я лох. О, кстати, пумачи классные. Нифига себе. Чё они по цене? 300. Это 3000 сиськи. Я дешевле наш ходил. Такие же, только черного цвета. А это лодки еще. Они, короче, вот так вот этот, головой нырнул и поплыл. Один кинул мусор, другой кинул мусор, третий. Думаешь, ладно, черт с ним, это всего лишь я один человек кинул мусор, какая разница. Ничего же не изменится. А вот как и ты... Ну, не ты, дружище, ты у меня-то парень хороший, я вообще про тебя неплохого слова не скажу. Так же думают миллионы людей. Представь, что творится на улице. Просто правда, меня это пугает. Меня это очень сильно расстраивает. Я довольно-таки длительное количество времени ходил, убирался у меня здесь в роще, и знаешь, с каждым днем я видел все больше и больше мусора. Я просто не понимал, как у людей хватает совести. Ну, хоть чуть-чуть-то задуматься надо. И знаешь, когда меня учат, вот, мол, ты еще не дорос, и вся фигня, что ты еще маленький, что вообще что-то знать и так далее, чтобы взрослых учить. Мне кажется, поверь, я буду умнее некоторых взрослых, потому что взрослые не ведут себя так. Взрослый человек чисто вот сам подумай, если люди уж так говорят, что взрослые умнее, да, они там правильнее живут, они тебя учат. Чему они тебя учат? Они подают тебе пример то, что нужно курить, пить, ходить по улицам и так далее. Это правильный пример? Или правильный пример то, что нужно мусор выкидывать? Да ты же отсюда посмотри, ну что это такое? Как это называется? Это нормально? Я так не считаю. На этом день наш закончен. Сейчас топаем домой, отдыхаем, все дела. Вот и врываемся в завтрашний. Полетели. Футболку для Балана нашего. Кстати, смотри, тут уже ссылочку оставлю тебе скрин. Уже отзывы, короче, подлетели. Уже три последних отзыва. Это отзывы с наших футболок. Вот, сейчас будем работать, после на футбол летим. Так что не будем разглагольствовать, погнали. Томики, хуемики, холлистеры. Ну, короче, по кепке. А, кепки завезли. Что за кепки? Ну были кепки? Не, вообще ничего по кепкам. Вот, забрали тишку. Сейчас идем домой, будем ее делать. После собираемся и летим на мячик. Вот про что я тебе говорил, про весь этот мусор, просто. И представь, это только один небольшой дворик я тебе снял, а город у нас здоровый. И вот теперь смотри, вон там был мусор, а вот тут на углу уже мусорка. Вывод какой? Ну чё, пацаны, летим на футбол? Давай! Погнали, блядь! Эскорт в огне, романтика! Мы вылетели, сейчас встретим нашего кореша.
вон он стоит. И уже будем собираться с пацанами лететь. Так, нормально будет. Обшмонали как су**. Сами вообще, ребята. Бля, гидрант, я думаю, где там гидрант, Панда! Верим команду! Верим команду! Марсель, папа, fuck the UK! Все, кто много базарил, газили два раза быстрее! Алдум есть хулиганы, валяй в пулу соплей! Приехали мы с футбола, доделали футболочку. Вот это вот. Сейчас пойдем к Вовану, к нашему корешу, отдавать ее. Вот, плюс еще в подарок будет стикерос после домой. И уже заниматься монтажом и прочей движухой. Идем продавать. Приехали, я испугался, дорог. Так, держи футболочку. Сейчас. Спасибо. И стикеры сейчас еще. Хорошо. Отлично. Хорошо. Ну там они пока плохие, сейчас дальше будут новые, более лучше.